Как-то утром на рассвете заглянул под окна в сад. Там смуглянка молдаванка прогревает свой посад. Я краснею, я бледнею, захотел я ей сказать. Вышел ейный хахаль, джип огромный прогревать. Здрасте. Раз кудрявый, ты молитесь под него, закатки вас, все лицо и все окно, ты зеленый, но ты огромный, а и вообще все равно. Это дымили здесь, накоптили, у меня прямо голова заболела. Голова заболела. Иди в аптеку скорее. Остыли руки, головы остыли, и свету белому не рад. Мы в аптеке препарат купили. Вы в аптеке препарат купили. Ну да, оказалось, что поддельный препарат. И уносит меня, шатаюсь я словно пингвин. Три белых коня, мизин, валидол, аспирин. Не знаю, как насчет валидола, как насчет аспирина, а вот мизин тебе точно понадобится. Да? Да. А че это? Кола, ах, кока-кола, сколько ее на прилавках стоит. Ну, стоит, и что? Все покупают. Все покупают. И выпивают. Конечно, выпивают. Здравствуй, Кали. Здравствуй, Язва. Стрит. Да ладно. Че так мрачно-то? Ну, ну смотри. Винт от гайки отделить, с пола краску утопить. Можно колой, можно колой, можно колой. Напрочь растворить алмаз и почистить унитаз. Можно колой, можно колой, можно колой. А я вот эту дрянь не пил. Да, и на квартиру только пил. У леса на пушке построили избушка, 17-этаж. И с виду, как игрушка, мне фирма обещала, что будет все окей. Я денег дам немало, а зайдя увидел гей. Что? Потолок ледяной, двести ключек, так что шары стеной, два колючек, так что бьешься потом всю. А из окон прораб. Зи-зи-зи. Кабинет я дверь открыл со звон. Рассказать про этот произвол. А чиновник мне пошел ты. Адрес мне сказал, и я пошел. Но санкции, но санкции, но санкции.
Господи, ну ладно, не плачь, я тебе сейчас повеселю, что ты смотри, китайский человечек растил нам огуречек, не ведал огуречек, за счет чего он рос. На этот огуречек запрыгнул раз кузнечик и умер в тот же вечер. Хронический цирроз! Шаг, остановка, другой остановка. Вот в супермаркет врываюсь я ловко. Вот я к прилавку уже подхожу, что-то в корзину сейчас положу. Вот кабачок, с виду свежий и крепкий, как продавец в своей новенькой кепке. Знак ГМО на груди у него, больше не знают о нем ничего. А мы знаем. Я ГМО, я ГМО. Послушай сказку про него. Внутри меня краситель и вкусозаменитель. Ой, какая прелесть! Жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Живу в консервной банке, а мне в полы, а мне в шашлык, а мне в икру охота. Хотя какая икра, я же не член правительства, что я делаю? Да нет, а вот мы кто? Кто? Удивительный вопрос. В Думу едет членовоз. Перекрыли все ходы. И не туды, и не сюды. Все для тебя. Стоять, езжай ты по кружной, по МКАДу. Это кто у нас на МКАДе? Уж который день подряд всем хамит, все подрезает, и юлит не зря добря. Она Рублевку едет, молодой мажор. Мама за министра, папа прав. Вообще, у них рублевские проблемы. Слушай, тут ведь счета иногда платить нечем, понимаешь? Приходит день, приходит счет, и ЖКХ перерасчет за свет, за связь. Перед глазами цифр поток, и он меня сбивает с ног. Что за напасть? За лифт, консьерж, домофон, интернет и телефон. Водички тоненькую нить не в состоянии оплатить. Волшебно. Вот так живет огромный город, проблему города полон. И день и ночь, жару и холод, они известны всем давно. Налог парковки, дом для строй, он в сутых кнопочках постой, и в колбасе порой труха, растут тарифы ЖКХ, на стройке точечной уют, где спать спокойно не дают, метро Москва утром допить, и невзначай